С начала года в Люберцах отремонтировали более 60 ям. Работы проводятся по программе «Дороги Подмосковья». Об этом местному порталу РИАМа сообщил глава округа Владимир Ружицкий. Ремонт дорог в Люберцах начался 2 января. На сегодняшний день подрядчики устранили 64 ямы, общей площадью более 200 квадратных метров. Только 9 января на Егорьевском шоссе ликвидировано 26 ям, а это 48 квадратных метров. В работах задействовали 27 дорожных мастеров и 16 единиц спецтехники. Стоит отметить, что ямы заделывают литым и холодным асфальтом. Некоторые выбоины засыпают асфальтовой крошкой. Вся технология при выполнении ремонта соблюдается строго. Отчеты о выполнении ежедневно отправляются в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.